Здравствуйте, дорогие телезрители! В течение недель подготовительных к Великому посту Святая Церковь различными евангельскими образами заставляет нас вглядеться вглубь нашей души, в нашу жизнь и посмотреть, что в ней не так, что в ней неправильно, что нужно в ней изменить, в чем нужно покаяться. А теперь наступила новая пора, время Великого Поста, и в течение следующих недель, уже начиная с прошлого воскресенья, мы будем слышать уже не о себе, а о том, что благодать Божия сделала с людьми, которые сумели покаяться, которые обратились к Богу всей мыслью своей, всей душой, всем порывом своей души, о том, что сделал с ними Господь. Перед нами будут проходить образы святых, преподобного Иоанна Лествичника, преподобной Марии Египетской, наконец, святого праведного Лазаря Четверодневного. Ну а в прошлое воскресенье, вчера, Святая Церковь совершала память святителя Григория Паламы. Этот образ стоит как бы на границе этих двух периодов церковного года. Сердцевиной его учения является то, что благодать Божия не является для нас каким-то тварным даром, а это сам Бог. Об этом свидетельствует весь опыт подвижников Святой Православной Церкви и должен свидетельствовать наш личный духовный опыт. И сам святитель Григорий Палама жил и творил как раз среди этих величайших подвижников, которые действительно на своем духовном опыте убедились, что благодать Божия – это сам Господь. А где Господь, там всегда правда, мир и покой, тишина в помыслах. К сожалению, со времен святителя Григория Паламы в западном богословии утвердилась мысль о какой-то своеобразной непроходимости пропасти между Богом и человеком, между творением и Творцом. И если благодать Божия – это лишь дар, то тогда мы можем быть связаны с нашим Творцом, с Богом, только лишь любовью и благодарностью, но не можем стать причастниками Божественного Естества. А об этом прямо нам говорит святой апостол Петр в своем послании. Поэтому, братья и сестры, будем подражать всем этим величайшим подвижникам благочестия, которые явили силу Духа, которые смогли, отложив кровь, принять Дух и почаще в дни Великого Поста молясь перед святыми иконами в храме и дома, будем видеть, что нимбы над головами святых – это не просто какое-то свечение воздуха, какое-то атмосферное явление, а это и есть тот нетварный свет Божества, которым просиял Спаситель во время своего преславного преображения на горе Фавор. А значит, Бог, Он рядом с нами, Он Божий,
быть в нас, если мы дадим Ему место, как Он об этом и говорит в Откровении апостола Иоанна Богослова, что «стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мной». И потому все святые являют нам образ присутствия Божия в человеке, подобно тому, как железо может быть раскалено, пронизано огнем. И так будет во всем мире, когда Бог будет всем во всем. А потому, братья и сестры, будем радоваться величию нашего призвания, будем радоваться тому, что мы призваны, будем радоваться тому, что мы поистине можем приобщиться Богу. И будем молиться Ему, особенно в эти дни Великого Поста, чтобы Он нам дал и вдохновение, и силы, и желание. И тогда обязательно у всех нас будут плоды. Чего я вам всем, дорогие телезрители, от всего сердца и желаю. На всех вас призываю Божие благословение.